про то, что у тебя давно трезвая жизнь. При этом не до конца понятно, а как именно ты слезла? Выход действительно очень простой, но он может сработать только у человека, который захотел выйти. Ехала в Москву, чтобы монтировать свою коротышку. Я тогда уже не могла пить вино, у меня печень была увеличена на 5 сантиметров, и хронический панкреатит. И гепатологи мне сказали: слушай, у нас ощущение, что ты наркоманка. Я говорю: нет, я пью вот вино. Сколько? Я сказала, что, ну, бутылочку вечером. А сколько на самом деле? Я могла за ночь выпить 12 бутылок. Не может убедить алкоголика в какой-то момент не выпить эту первую рюмку. И вот я просто думаю: ну ладно, я сейчас водочки выпью, мне вино уже нельзя. Я с друзьями на премьере. Я делаю эту рюмку и просто уже почти утро.